Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Ксения Бородина, судя по всему, восстановила душевное равновесие после развода с Курбаном Омаровым. Теледива прекрасно выглядит и ведет активный образ жизни, радуясь обретенной свободе. Она не вдается в подробности, отвечая на вопросы о причинах расставания, лишь констатируя, что в их браке были серьезные проблемы. Однако ее экс-супруг начал свою виртуальную войну. Курбан в грубой форме обвиняет бывшую возлюбленную в измене, а своего знакомого Трофима Семищенко в шашнях за спиной. На защиту подруги встала Айза Долматова. Она также не стала вытаскивать из шкафов семейные скелеты распавшейся пары, но уверенно заявила, что Ксении было нелегко, и она терпела, пока не кончились силы. Об этом Айза сообщила в Инстаграме. Ксюха слишком долго пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для нее. Хотя там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль. При этом Долматова резко осудила поведение Омарова. Не ведитесь на фарс, ложь и жалкую попытку заработать деньги на всем этом театре абсурда. Это все печально и стыдно. Надеюсь, Ксю просто забудет все это и продолжит жить счастливо. Ранее телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя. Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.